Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял людям. У меня нет золотого дна, у меня нет ничего, все вранье. У меня было только одно. А, я хочу, чтобы простые люди что-то имели от наших всех этих проектов. И второе, государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мой интерес. Системообразующие отрасли, как да? вы поддерживаете. И я буду вас в этом плане, я вас буду поддерживать всячески.